18 сентября 2016 года. Выборы губернатора Забайкальского края. Уважаемые забайкальцы, сегодня в канун выборов часто возникает вопрос, нужно ли идти на выборы, есть ли выбор? Да, выбор есть. Фактически сегодня противостояние административного ресурса и большинства забайкальцев. Победит административный ресурс, значит, будет увеличен пенсионный возраст, людей за чертой бедности станет больше, и все вопросы будут решаться за счет людей. Придете на выборы, победит ваш голос, и мы вместе начнем восстанавливать разрушенное Забайкалье. Николай Мерзликин, наш губернатор.